Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня браузерное расширение зарубежное, без вложений, называется BitTube. Значит, так вот оно выглядит, если кого заинтересует. Нажимаете сюда «Установить расширение», устанавливаете расширение, у вас появится окошечко, там пройдете простую регистрацию. Так. Вот, что еще? На почту зайдите, проверьте. Не помню, есть ли на почте письмо, вроде приходит. Но тут я зачитывать все вот это не буду, но очень крутое расширение. Вот, я только что смотрела видео, как вот мой спонсор вывел монет на $10. Значит, давайте перейдем. Я вам покажу. Монетка уже на бирже. Вот, BitTube. Она стоит 2 цента. Так. И тут плавающая как бы цена. Стоила она уже... Так, секундочку. Сейчас рекламку мою уберу. Так, стоила она уже и 23 цента была цена у нее. И сколько еще? Так, 23. Нет, как она тут? 29. Ну, плавающая цена на данный момент, она стоит 2 цента. И есть, естественно, она на бирже. Раз есть на CoinMarketCap. Значит, есть она на Bittrex. Трейд Огры, вот такая биржа, и LevyCoin. Я буду ее выводить, когда будет что выводить, на LevyCoin. Так, значит, и расширение у нас выглядит так. Вот значочек вот такой вот у вас появится. Я на него нажимаю. И у вас здесь сначала будет форма регистрации. Вы должны будете зарегистрироваться. Это очень все просто. Все там пошагово вам все объяснят. Загружается страничка. У меня на данный момент 22 монеты. Это равно, сразу видите, доллар, да? Это равно 55 центов. Так? Можете подарить кому-нибудь монетку. Вот одну, один, две, пять, 10 монет. Как бы можно дарить. Значит, вот здесь три черточки. Будет ваше меню. Здесь нажимаете. Можно там на главной страничке скачать на компьютер, установить кошелек. Я же буду выводить на биржу. Я кошелек не устанавливала. Вот здесь валет. Нажимаем на вкладочку валет. Нас перебрасывает на страничку. Так, сейчас загрузится. И здесь все мои транзакции. Так. Здесь транзакции. Вот мои монетки. Так, 22 монеты. 22,83. Так. Значит, трансфер. Выводить можно их. Я, конечно, поднасобираю. Тогда уже буду это все... делать, как бы выводить. И цент. Вот здесь адрес монетки. Ну, это потом будет все выводиться. Далее давайте посмотрим. Это валет, кошелек, значит, внутри. Опять загружу. Вот, видите, блоки загружаются тут. Далее вкладочка Options. У меня было на русском языке. Что-то я тут с сыном помухлевала. И у меня появился... У меня английский стал. Значит, здесь находится партнерская ссылочка. Вот она. Вот будет ваша. Если кто захочет поделиться. Так. Дальше опять на вкладочку нажимаем. Здесь нажимаем. Так. Здесь можно привязать соцсети. Так, Facebook, Twitter, YouTube, вот, ну и тут вот такие сети. Вот, как бы. Значит, это history. История.
И вот тут сколько мне вот начисляют монеток. Все. Вот 5 монет, 5, 3 монетки, 2, 2. Тут вот одна. Это идет как бы история. Здесь можно установить отблок, как бы блокировщик рекламы. Я сюда вот не лезу вообще, как бы в эту вкладочку. Так, а about, это у нас что тут? Ну, а здесь вот можно перевести это все, прочесть, как бы информация. Вот. Ну и последняя вкладочка выход. Возвращаюсь в Home. Вот такое вот браузерное расширение. Вот у меня спонсор, под кого я регистрировалась, вот сегодня вывел на 10, вот у него $11 было на балансе. Вот он вывел на биржу Левикоин $11. Значит, Вали расширение платит, все замечательно. Но это уже для любителей, кто любит всякие разные монеты. Вот, естественно, мне понравилось это расширение. Это уже второе, как бы я на просмотре видео зарабатываю вот эти монетки. И вот теперь вот у меня расширение. Потом вывод, когда будет что выводить, запишу видео, конечно же. Кому интересно, пользуйтесь, устанавливайте. Ну, в принципе, я основное такое все рассказала. Там уже сами почитайте, посмотрите. Вот, всем удачи, больших заработков, до новых встреч!